Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, канале, на котором вам всегда расскажут, что происходит в нашей игре и подскажут, как это все проходить. Ну и у нас, ребят, сегодня стартовала серия квестов для лентяев. Ну, это я их так назвал, а по факту они посвящены футболу. Перед тем, как перейдем к этой теме, я хочу задать вам один короткий вопрос. Вы смотрели мое ночное видео, которое я выкладывал в 00:30 в отношении свежего бонус-кода, который дает 200 тысяч серебром и 2000 свободного опыта? Нет, не тот предыдущий, а еще один новый. Не смотрели? Тогда переходите по ссылочке, которую найдете в описании. Надеюсь, бонус-код для вас еще будет актуален. Ну а теперь в отношении того, что вас ждет, если вдруг в игру вы не заходили, или если вдруг заходили, но не поняли, что это было, рассказываю. Когда заходите в игру, увидите вот такое вот сообщение. В этом сообщении вам необходимо выбрать одну из четырех стран. Одна из четырех стран, а именно Франция, Германия, Португалия, Испания. Я выбрал Португалию, я не сильно большой фанат футбола, не сильно разбираюсь в шансах той или иной команды, но португальцы мне понравились своими последними играми. Короче говоря, когда вы выберете себе одну из стран, вам будет начислен соответствующий аватар с флагом соответствующей страны. После этого перезагрузите свою игру, и для вас появится вот такой вот мини-квестик, который длится всего лишь 24 часа, и за эти 24 часа вам надо сделать аж ого-го 10 боев. Да, не победить в 10 катках, а просто сыграть 10 боев. И забегая наперед, ребята, танкисты, убедительно прошу вас провести над собой какую-нибудь сдерживающую работу и не забегать в бои просто для того, чтобы в них забежать. Пожалуйста, за 24 часа вы успеете сыграть 10 боев однозначно. Но тем, что вы будете прыгать из катки в катку, не стараясь в них, а просто для того, чтобы набить 10 боев, вы будете портить удовольствие от игры другим танкистам. От всех вот этих других танкистов, пожалуйста, давайте будем играть так, чтобы все мы все-таки стремились к победам. Спасибо большое за понимание. Ну а что вы получите за этих 10 боев? Песочный контейнер, 10 жетонов со звездами, ну и заберете себе обычный камо, оле-оле-оле, который понравится явно любителям футбола, а все остальные, скорее всего, его обменяют. Хотелось бы, кстати, сразу отметить, что вот эти жетоны со звездами нет необходимости тратить, как только вы их получили. На то, чтобы их потратить, вы имеете целых 6 дней. И вы еще завтра, кстати, получите еще один квест, в котором эти жетоны, скорее всего, будут. Поэтому попридержите, пожалуйста, жетоны на ближайшие 6 дней. Соберите максимальное количество жетонов и возьмите себе то, что действительно будет вам интересно, а не просто нахватайтесь, допустим, самых дешевых американских контейнеров. Глядишь, может, вам сил хватит дойти до сертификата на танк США, а там действительно есть чем поживиться. Дело в том, что из этого сертификата вы в любом случае получаете одну из американских машин. Согласитесь, гораздо лучше, нежели пытать удачу, открывая американские конты. А вот если определитесь, что жетонов вам все-таки не хватит, то уж тогда, в принципе, контейнер покупать и имеет смысл. Я стараюсь специально для вас, надеюсь на ваш лайк, на то, что вы подпишетесь на канал, и если у меня будет что-то свеженькое и интересненькое, обязательно выйду в эфир с новым видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.